И говорят, звезда, я-то знаю, что она. Всем привет, с вами Свет Небесной Жизни. Сегодня мы сыграем в игру Slots 2022. Сегодня будем играть в Golden Clover. Мне интересно, что вообще выйдет. То есть я вот именно в Golden Clover играл буквально вот сейчас, но у меня апнулся левел, поэтому приходится перезаписывать выпуск. Кто смотрел прошлый ролик мой на канале, тот, думаю, прекрасно понимает, какую тактику я буду использовать. Поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть ролик там, где я показываю тактику, а потом уже смотреть данный ролик, потому что я буду сейчас записывать числа. Это 700 минус 200, 500. 500 минус... Это сотка получается, да? Да, 180... Нет, это получается 180. Это получается 501. 500. А здесь минус 400, это получается... 500 минус 400. 117, нет, 107. 101, 500, да, это у меня цифры не те вышли, да. Получается 801, 701, 507 и 101. Это вот эти, это количество цифр, которые у нас должно быть для того, чтобы менять коэффициенты тех ставок, которые мы делаем. Мы будем играть до левелапа, если же мы не сможем получить бонусы, то плохо. Я вообще вот хочу узнать, что это такое. Вы, короче, у кого нормально с английским, тот прекрасно понимает, что они дают эти бонусы. Я, к сожалению, без понятия, поэтому сейчас буду просто смотреть, что будет вообще выходить. Ну, такое, я пока не... Я вот хочу просто узнать, что дают эти бонусы. Что? Если тут что-то там реально классное, много денег, окей, круто. Просто как-то по мне, прошлые слоты максимально просты. Имеется в виду предыдущая версия, а именно, ну, короче, какое-то дерево. Wishes, я не знаю, что это такое. Ну что, давайте еще сколько у нас спинов остается. Считайте, что давайте этот спин докрутим тоже, почему бы и нет. Никак там не хотят бонусы выдавать. Все, мы, считайте, опустились ниже. Теперь берем 20к, ставим. И когда мы опустимся до 507 тысяч, мы будем все делать заново. Блин, если бы здесь была подковка. Ай-яй-яй-яй, как было бы круто. Но она не фартануло, не дропнула. Такое себе. Последняя игра, видимо, да? Нет, ну да, по сути, давайте, окей, ластовая игра, и... Не повезло. Окей, давайте еще разок. Что-то мы непонятное получили. Так, это у нас выходит 590... Это получается выше, это до 500 тысяч, значит, спускаемся на 20к и играем опять. До тех пор, пока не понизимся до 507... До 501 тысячи. Что-то я тут не то написал, погодите. До 501 тысячи, да, все, все верно. Ну, пока такое, такое себе. Очень серьезно, мы пока опускаемся здесь, потому что я не вижу никаких супер бонусов, никаких здесь прям плюшек нет. Говорю сразу, записываю второй выпуск, и за два выпуска уже ничего нету. Именно на данном казино. Да, блин, лол, мы опустились. А, ё-моё, что-то я пропустил момент. Не обратил внимания, сорян. Ай, ошибся, ошибся, и, короче, да. Все плохо. Ну, короче, в этот раз я не буду удалять видосик, потому что, ну, чтобы вы могли посмотреть, что данный, скажем так, слот максимально бесполезен. По крайней мере, здесь везет куда меньше, чем на предыдущем, поэтому... Чтобы вас предостеречь, да, чтобы вы не играли именно на этом. Будем вам так. Давай бонус. Ну же, еще один. Yes! Вот, отлично, я выбил все-таки. Я не знаю, что сейчас будет. Бонус гейм, давай. Бонус гейм, что у нас будет? Так, score. Тап, ну давай, тап. 120к. Угу, то есть мы сейчас берем и открываем что-то, да? Угу. Еще 120к. Клевер.
Ой, так, погоди, это мы сколько должны были? Ну, короче, мы еще не окупились. Давайте еще. Еще. О, так, уже интересно. Все, это конец, я полагаю. Так, тут мы выбираем коэффициент, да? Давайте нижний возьмем. Коэффициент x2. Ну, короче, мы только что поднялись. Да, мы только что ушли в плюс, но вот просто представьте, как долго я мучился. Не, ребят. Фу, с данной темой вы будете мучиться очень долго, и есть риск, что вы не подниметесь. Поэтому лучше вот именно вот Golden Clover не играть. Мой личный совет. Я потом сыграю еще в нашу Сакуру. Все, всем пока, всем добра.